Приветствую всех на канале Erzon Game, и я продолжаю свое существование и развитие на проекте Novus. Остановился я в прошлой серии на том, что зашел в магазин с грузовым транспортом и решил приобрести себе вот этого зила, на котором сейчас я буду дальше пробовать прокачаться, ну и заработать какие-то деньги для того, чтобы продолжить свое существование на данном острове. Зеландия вот такой вот, как вы сейчас видите. В общем-то, по деньгам это все, что я мог себе пока позволить. Да, были там еще УАЗики по 8 тысяч, но из того, что я бы мог себе позволить, а он стоит 26 тысяч, я приобрел себе вот такого вот зила. Следующее уже идет свыше 50 тысяч автомобилей. Вот такая вот градация. 8, 26, 50, ну и там дальше уже пошло и поехало. Не знаю, сможем ли мы приобрести себе что-нибудь более значимое. Ну и чем бы здесь позаниматься? С первого захода, когда я сюда заходил, у меня осталась лицензия на переплавку песка. Ну, чтобы не тратиться, естественно, я воспользуюсь этим. Ну, а точки, которые мне нужно будет посетить, вы сейчас видите. Разбег достаточно приличный. Еще во второй серии я говорил, что, несмотря на то, что Танова карта гораздо меньше, чем Altis, ездить здесь придется, ну, если не больше, то, по крайней мере, столько же, сколько и на Altis. Разброс точек, вот я их подписал, куда мы поедем на первую, потом на вторую, потом на третью. Первая это добыча, вторая переработка, естественно, третья это продажа. Даже если посмотреть по прямой, не потому, как я, видите, мне придется ехать по берегу, петлять, 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 потом все это в обратном направлении, потом опять туда же. Расстояние получается гораздо больше, чем если, например, на стандартном Altis вы возьмете почтовую службу и выберете первую и двадцатую точку, да, самое длинное расстояние. Получается 20, по-моему, то ли 25, то ли 27 километров. Вот здесь, сейчас, мне придется преодолеть вот такое же расстояние. Даже свыше 30 километров. Я посидел, посчитал. Точно посчитать невозможно. А по прямой, ну, навигатор дает немножко неправильные показания. Но, тем не менее, ездить придется много. Я говорил, что я выбрал этот проект, потому что здесь непростая экономика. Я много показывал проектов, где я, например, богател там за одну сессию, да, за 4 часа я себе мог позволить купить уже там пару вертолетов, несколько машин. Нет, здесь проект про другое. Вот поэтому я сюда и зашел. Попытаться поиграть, действительно поиграть в такой вот, ну, достаточно сложной экономике посуществовать. Потому что экономика здесь действительно, ну, непростая. Здесь, ну, нельзя разбогатеть даже за один день. Здесь придется чем-то позаниматься. Ну и вот мое занятие. Я выезжаю на точку добычи песка. Ну, а пока мы туда едем, хотелось бы поговорить вот как раз о том, что я говорил в первой серии. Одна из причин, помимо экономики, это еще то, что когда-то я зацепился за остров Novus и просуществовал на нем, ну, что-то около года, наверное. Такой тут достаточно плотной и постоянной игры. Там я тоже начинал, кстати говоря, с зила. Но вот на тот момент там был, на мой взгляд, ну, наверное, самый лучший из моделей зилов, которые я вообще видел. И этот зилок, в принципе, неплохой, но, как вы можете заметить, не работает приборная панель, она вообще, ну, такая мертвая. Ну и текстурки такие себе у него. В этом есть плюс, потому что это не хавает FPS-а, но это же и минус, потому что, ну, ну некрасиво, когда вот в машине все мертвое, ничего не работает, такая вот размазня вокруг. И возвращаясь вот к тому, ну, с чего я начал, что когда я пришел на Novus, там была просто, ну, лучшая модель из зилов. Он был и прорисован и внутри, и снаружи, и звук у него был просто обалденный. И открывались задние двери, был обалденный зил. Сейчас, к сожалению, его нету не только здесь, его вообще встретить очень тяжело. По крайней мере, я не могу вспомнить хотя бы один проект, где остался тот самый зил. Очень красивый. Но на него грешили, что вот он из-за своей проработки здорово пожирал FPS. Может быть, поэтому его теперь нигде и не встретишь. Он вымер, как когда-то вымерли мамонты. Ну, а сейчас я приобрел лопату. Скорее всего, надо собирать лопатой. Я помню, что здесь есть какая-то странная система. То ли вообще лопата не нужна. Ну, сейчас увидим. Я уже подзабыл. Сейчас пока едем, попытаюсь вспомнить, как это вообще здесь происходит. Ну и, естественно, расстояние. Расстояние приходится преодолевать здоровенное. Навигатор у меня почему-то по-прежнему не работает. Ну, а работать мне, в отличие от навигатора, все равно надо, раз уж я зашел и хочу здесь добиться хоть чего-то.
А вас утомлять длительностью поездок не буду, поэтому подсокращу данное расстояние. И вот мы уже подъезжаем к точке добычи. Можете заметить, что я по-прежнему езжу по хардкору, ориентируюсь только на метку. Карты я толком не знаю, но здесь, в принципе, надо ездить все время по федералке, по берегу, туда-сюда, туда-сюда. Несложный маршрут, но тем не менее, навигатор у меня не работает. Скорее всего, что-то у меня в компьютере какая-то проблема. Я в прошлой серии говорил, что мы проверяли, у моего друга работает, а у меня нет. И вот тут я вспомнил, почему мне, может быть, не нужна лопата. Здесь есть автозагрузка, но автозагрузка работает либо с пятого уровня, либо с второго уровня випки. Но у меня нету ни того, ни другого. Это можно посмотреть в планшете. Вот так это выглядит, да. Ведь видите, у меня всего лишь 4,5. Кстати, когда я зашел, у меня был третий уровень. Вот пока я халтурил там в лагере этих начинающих, или как он там называется, да, для новичков лагерь беженцев, так называемый. Потом вот пока я еще ездил на вот этой вот почтовой службе, потихоньку прокачал, сейчас у меня уже 4,5. Ну, мне еще надо половину прокачать, и тогда у меня действительно лопата будет не нужна. Но пока придется работать с лопатой. Как только качну пятый уровень, то у меня будет автозагрузка. Автозагрузка — это на самом деле здорово. Вы как бы свободны, вы можете пойти попить кофейку, там, в общем, отвлечься на что угодно. Но тут есть тоже второе но. Да, машина будет загружаться без вашего участия, но и прокачиваться вы в этот момент не будете. И опять же таки есть еще одно но. Прокачка вот на добыче песка, она такая себе. То есть вот вы сейчас видите, как она прокачивается, да? Основная часть прокачки идет во время, когда вы будете перерабатывать. Вот там уже очки прокачки даются действительно весомые. А на добыче они такие себе. То есть, как бы вы, в принципе, конечно, потеряете, если не будете руками загружать, но потеряете не особо много. Я имею в виду по очкам экспириенса, так сказать, по очкам опыта. Да, если есть желание, вы можете, в принципе, машина будет загружаться, а вы просто сами себя прокачиваете. Тоже стоите и что-нибудь добываете. Например, себе в мешок. Кстати, мешок я тоже, видимо, выбрал не самый лучший, мне так кажется, потому что помещается всего 28 единиц. Ну да, там у меня уже навалена еда, вода всякая. Это тоже, конечно, подрезает вместимость моей сумки. Но, судя по всему, я погнался за дороговизной и за крутостью сумки. А надо было каким-то образом, наверное, повнимательнее посмотреть и брать по вместительности. Ну, я выбрал такую, какую выбрал. Уж что теперь говорить. Будем работать вот именно этой сумкой. А в нее помещается, как я сказал, всего 28 единиц. Придется побегать для того, чтобы грузить. Сейчас я стою неправильно. Обычно я стою рядом с машиной, чтобы делать минимум движений. Да? Повернулся направо, начинаешь копать. Повернулся налево, скинулся у машины. В дальнейшем это вообще будет все гораздо проще. Ну, надо до этого дальнейшее еще дожить. Как я уже показал, да, 4,5 у меня уровень, да, еще надо столько же, половину, вернее, еще прокачать, и тогда у меня будет автозагрузка. Не знаю, смогу ли я показать, как она работает, и даже не знаю, работает ли она на всех, или только вот на этой точке. Я вот весь этот остров не охватывал. Хочется потом взять какой-то более дорогой ресурс, потому что, ну, песок, это понятно, это для новичков, поэтому он у меня-то есть. Это лицензия, потому что она самая дешевая, она самая доступная. В общем, ну что ж, я буду продолжать, наверное, фармить здесь, подрежу, естественно, потому что, ну, показывать весь проект, как весь процесс, как я нафармлю 200 единиц, да, которые помещаются в этот ЗИЛ, ну, не так интересно. Поэтому давайте подрежем этот момент и уже вернемся, когда я соберу всю машину. И, естественно, для вас это доля секунд, а для меня, как видите, прошла ночь, и уже вот под утро, когда сгустился туман, я закончил набивать эту машину. Здесь стоит система автоподбора, то есть вы заходите как бы на точку добычи ресурсов, нажимаете один раз Windows, и там дальше идет процесс уже без вашего участия. То есть вы как игрок отдыхаете, а персонаж собирает. Я представляю, если бы здесь стояла старая система по сбору мешков, да, там три раза ты самой лопатой стукнул, пошел подобрал, три раза лопатой стукнул, пошел подобрал. Я бы, наверное, здесь умер сейчас. Серьезно. Ну, даже вот так вот, это, ну, такой продолжительный процесс. Как бы, это, конечно, не часы занимает, но все равно это продолжительное время занимает, и нужно этим, как бы, участвовать в этом, хочешь ты того или нет, потому что переносить-то все равно груз надо. Ты его наковырял, да, и понес в машину. Даже если ты стоишь рядом, все равно какое-то участие твое есть. То есть ты не полностью освобожден
от того, что происходит. Ну, в общем, я насобирал, мы сейчас едем на точку переработки. И надо вот еще, наверное, сказать, что пока я вот на этом зеле погонял, да, погонять-то мне уже пришлось порядком, я как-то начал к нему так вживаться, и он мне понравился на самом деле. Он ведет себя так, ну, у него есть раскачечка, он не быстрый, он разгоняется там 92-95, по-моему, вот так вот. Но все равно он какой-то приятный такой. Жаль, что у него ничего не работает. Жаль, конечно, что текстурки можно было бы подтянуть чуть-чуть. Не то чтобы там прямо детализацию навести, но чуть-чуть текстурки подтянуть можно было бы. Но тем не менее, вот я уже приехал, ну и начинается процесс переработки. И вот я как говорил, да, что вот здесь-то как раз и идет основная прокачка. То есть, ну, самое основное, чем вам надо заниматься, это переработкой. Переработка сделана по старинке, то есть нет такого, что там, как, например, на том же Тиранусе, да, подъехал, включил, у тебя машина стоит, перерабатывается. Нет, здесь все по стандарту, так я бы сказал, по-классически. Подходим к вывеске и наше количество перерабатываем. Но зато за это количество переработки скорость тоже, надо сказать, не самая быстрая. Но у меня нету випки, я не знаю, может быть, с випкой это будет быстрее, но вот у меня без випки, вы сейчас эту скорость видите. В правом нижнем углу вот идет шкала, как у меня это дело перерабатывается. Так как мешок у меня небольшой, а я даже не знаю, кстати, есть тут большие мешки или нет. Раньше когда-то на Новусе была возможность, сначала была возможность купить огромный мешок себе, такой, знаете, как большая пиписька такая, с ножками бегаешь, рюкзак выше тебя, рюкзак шире тебя. Вот, такие были рюкзаки. Потом они это дело переделали, сделали, чтобы его можно было скрафтить. Ну, а сейчас я даже не знаю. Вот я купил этот рюкзак. Тех больших я уже и не видел уже давно. Не знаю, действительно не знаю. Может быть, у меня даже, кстати, и максимальный мешок. Хрен его знает. Ну, вот, в общем, идет переработка и идет основная масса прокачки. Вот, как бы, на прокачке, вот этой вот именно, вот на переработке прокачка, вот она-то и дает такую, ну, самую весомую долю очков опыта. Добыча, ну, естественно, продажи дают минимум, да вообще все остальные занятия дают минимум, только вот переработка дает максимальное количество очков прокачки. И потом в древе прокачивания вы можете себе еще усовершенствовать. Вы будете чуть-чуть быстрее перерабатывать, а значит быстрее будете зарабатывать очки. Но это звучит вот так вот, много очков опыта, потом можно прокачаться. На самом деле, вот, ну, я сейчас показываю, да, я еще и подрезаю. Это вымотало меня немножко, потому что, ну, очень долго. Это очень долго. Даже вот у меня машина всего 200 слотов, плюс рюкзак, да, я уже не помню, по-моему, что-то подходов, наверное, 5 я делал, и вот с такой вот скоростью, ну, это выматывает, действительно выматывает. Я подрезаю сейчас на видео, ну, даже на видео я вот уже болтаю, наверное, около 2 минут, просто забивая время, то, ну, которое я все стоял и перерабатывал. Утомительное занятие, утомительное. Я бы, может быть, если бы был разработчиком, сделал бы побыстрее. Все ж таки не вот в этом смысл проекта. Не в том, чтобы замучить игрока там на какой-то переработке или на добыче. На мой взгляд, это должно быть чуть-чуть побыстрее. Но я же сам выбрал этот проект. Я, в принципе, знал, я же уже с этим как-то сталкивался, поэтому я знал, на что я иду. Это мой выбор был. Ну и переработав, вот нам остается проехать самый длинный участок. Это к тому, что я говорил. Можно говорить много о том, какой Алтис плохой, но вот дороги Тонова меня выбешивают просто до невозможности. По прямой, вы видите, сейчас точка стоит, да, ну, грубо говоря, 7,5 километров. По факту в 2 раза больше, потому что дорога уходит вообще в другую сторону и огибает по низу острова, петляя как сумасшедшая, и по факту получается, ну, почти в 2 раза больше расстояние пробега. Это вот я, когда еще в начале этой серии начал говорить, да, что кажется, что Тоново такая компактная карта, да, но нифига на самом деле это не так. Петляешь, петляешь, как сумасшедший. Выставляешь, вроде бы кажется, 7 километров, сейчас быстренько долечу, но по факту ни хрена. То, что машина не быстрая, я в этом, ну, с этим я согласен. Это ЗИЛ, с какого хрена он должен ездить там 150-170? Нет, 90 километров это нормальная скорость для этой машины. Но вот эти вот петлючие дороги вымотают у вас, ну, все силы и все нервы. Хочется, чтобы была карта с красотой Тоново, с архитектурой Тоново,
а дорогой и инфраструктурой, как на Алтисе. Ну вот нравится мне, что на Алтисе очень много прямых дорог. В общем-то весь остров пронизан одной сплошной федеральной трассой, да, и есть ответвление вправо, влево. Здесь же немножко все по-другому устроено. Я думаю, так оно и должно быть, в принципе, но вот не нравятся мне эти дороги. Вот эти вот рыжие дороги песчаные, да, они вообще режут скорость еще к тому же. Очень здорово. Ну и на Алтисе это есть, но здесь, мне кажется, это как-то посуровее сделано. Ну, тем не менее, вот, ну, не люблю я вот тануанские дороги. Ну, я подъехал уже на продажу. Вот так вот выглядит эта точечка продажи. Сюда, наверное, мне придется погонять какое-то время. Будем продавать то, что мы насобирали. То есть я переплавил песок в стекло, и стекло теперь будем продавать. Вообще у меня получилось сделать 5 продаж. Ну, я сейчас не буду показывать, как я там собирал, да. Быстренько вот вторая там продажа, третья, четвертая. Сейчас они так пойдут, я просто покажу, сколько у меня получилось продаж сделать. 5 продаж у меня получилось. 4 продажи по 3000. Ну, по 30 тысяч, по 30 штук я собирал, да. 4 продажи у меня получилось по 3000. И последние остатки у меня вышло на 800 долларов. Соответственно, я заработал 12 800. Вот за это потраченное время. И какая-то странная тенденция. Я больше зарабатывал в лагере беженцев. Да, я там говорил, что за час я бы там смог заработать. А если бы еще знал, что туда я бы мог приехать с машиной, то я бы там заработал порядка тридцатника за час. Потом на доставке почты заработок снизился. Он составлял уже, там, по-моему, я говорил, 14 тысяч, да? А здесь вообще 12. То есть почему-то чем дальше я поднимаюсь по карьерной лестнице, тем меньше я зарабатываю. И ничего не понимаю, как это так все устроено. Что я делаю не так, в чем причина. И это еще при том, что вот на этом рабочем занятии я даже не засекал время, потому что, ну, я очень много отвлекался. Так как здесь есть такая возможность, я отходил очень часто. У меня был один телефонный звонок, который вообще отнял у меня около 15-20 минут, и я поэтому перестал считать время. Ну, когда сбиваешься уже, не занимаешься вот этим процессом на постоянку, нет смысла уже, да, там вычитывать, ошибешься, ну его нафиг. Поэтому я даже не высчитывал время, которое я потратил на вот это вот рабочее занятие. Но оно занимает очень много времени, действительно. И добыча сама, даже если это автодобыча, все равно она занимает огромное время. И поездки вот эти вот длинные, перегоны и заправки посреди этих перегонов, все это отнимает время. Но, конечно, больше отнимает время переработка. По времени очень затратное занятие. Ну а по выхлопу, как вы можете заметить, это еще с учетом того, что я купил этого зила, потратился, там купил лопату, там купил хавки. Если это еще все повысчитывать, то я вообще на самом деле практически ни хрена я не заработал. То есть как минимум я машину не отбил. А если бы я это все время бегал просто в лагере беженцев, ну, то я думаю, я бы сейчас уже был миллионером. Не знаю я, как это работает, и надо сейчас в этом во всем разобраться. Для этого, естественно, я опять вернулся на песок. Ну, я же пришел сюда зарабатывать и прокачиваться, поэтому, ну, этим и будем заниматься. Как видите, уже четвертый уровень у меня почти дошел до конца. Осталось совсем чуть-чуть, и у меня будет автозагрузка. Но пока, к сожалению, придется все равно грести лопатой. Ну ладно, я остаюсь на этой точке, буду грести лопатой, буду разбираться, почему я по карьерной лестнице поднимаюсь по рабочим занятиям, а по прибыли я почему-то все ухожу меньше и меньше. Ладно, в этом я буду разбираться. Увидимся с вами в следующей серии. Ну а пока, всем пока. Заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну и всего вам доброго.